Владение переходит за Спару. В атаке Бакуров. Кольца промахивается, к сожалению, Столбецкий. По лицу получает вроде бы все отлично. Будет продолжать играть Денисов. Ну и тут же сравниваю счет. Хорошо выглядит ЦСКА. Молодые, заряженные, сразу видно. А тут Бакуров. Не точно с перед. Ермаков. Ой-ой-ой, хорошая скидка, но там еще лучше блокшот ставит. Вот здесь все. То очень высокий. Очень высокий. Сколько у меня? 14 получается, да? Года. Обалдеть. Спасибо за комментарий, честно. И в небольшом шоке, но молодцы, молодцы ребята. Так, контакты вид спорта. Так, ну и два штрафных в исполнении Гурьянова. Первый, к сожалению, мажет. Будет ли второй? Ну и на подборе опять ЦСКА. Хорошо, мяч отлетает прямо в руки. Полев. В одно. ЦСКА пока что проигрывает. Но все впереди. Семенову мяч обокрали. Просто как же так? 14-летний паренек из-под кольца, к сожалению. Николай. Так, ну и тут же владение за кем остается? За Спарову. Гурьянов. К сожалению. Но атака все равно остается ЦСКА. 30 секунд, друзья, до конца первой четверти. Так, ну что ж там с правой добивает? Надо с левой стороны. Ермаков. Семенов. Хороший проход силовой. Так, ну и два очка в середине. 6 секунд остается. Ермаков. И Спару. А, ну у него такой же щельность, видимо, да? Если да, то респект вам, ребят. Так, а тут Семенов с дальней забивает. Ну и тут же увеличивает разницу в счете плюс 5. Под 12-м вроде играют. У меня записан как 12-й. Так, Степанов. Вот сейчас он с длины забивает уже Федосов Матвей. Гурьянов. 3. Нет, не точно, но подбор Николаев тут же фалят. Точнее, фалит игрок команды ЦСКА, Столбецкий Даниил. Ну и же разницу плюс одно делает Спарроу. Ермаков. Не заходит. Так, и Конников. Ну... Ермаков, видимо, был. Но не пробивной. Не пробивной, к сожалению, для Семенова. Ну и сейчас для ЦСКА из-за бокового будет начинать. У Иконникова. Так, Ермаков. Калаев. Нет. Не засасывает этот мяч у него в кольцо. Но все-таки два штрафных в его исполнении уже будет. А тем не менее, почти что половину второй четверти не уже будет. А тем не менее, почти что половину второй четверти отыграли. Но счет у нас в пользу ЦСКА на 4. Хорошо выступают команды. 700. Два штрафных. Его исполнение. Тем не менее, 2 минуты у нас 20 секунд остается до конца первой половины. Пока что счет плюс 5 в пользу ЦСКА. Семенов 2, Александров 2. Так, Байков 3 из 6 с дальней попал. Ну, как раз таки 4 броска выбросил во второй четверти. Так, продолжал на штрафной у нас Степанов. Первый не попадает.
Так, а сколько лет Семенову? Сейчас посмотрим. Чуваку 24, сносит 14-летних пацанов. Ну ладно, бывает. Ермаков броском. Так, ну и тут же Ермаков в роли разыгрывающего начинает атаку. Против него Гурьянов защищается. Так, можно там в угол отдать. Ох, нет, уже поздно. Денисов все-таки подошел. Байков. Дальше Ермаков. Пускай танцует. Пускай танцует против него. Ермаков, wide open 3. Байков. Так, Иконников. Дальше в проход идет. Но это... Ой-ой-ой. Мяч все равно остается. Тоже неточная скидка. Ермаков. Ой-ой-ой. Вдвоем как разыгрывают красиво. Но Александров... Это, наверное, тоже была передача. Хотя мог попробовать Байков. Первый не попадает Степанов. 5 минут 30 секунд у нас. Колев дальше на Александрова. Александров. Не попадает со средней. Так, Александров. Дальше скидывает на Колева. 41 на 39. ЦСКА. Карп. 11 минут еще играть. Александров. Надо разгонять Ермаков. С дальних Федосов 3. Ой, вообще мяч прилетает. В угол скидывает на. Александров из угла. Дальше вырезает. Так, чем ответит Ермаков? В атаке накручивает он там Семенова. И Федосов проходит. Круто завершает атаку. Ну, скидка отличная была от Ермакова. Можно похвалить его и за эту передачу. Так, 3 минуты прошло от начала 4-й четверти. Отреагировали просто тихо. Как будто такое каждый день случается. Два игрока там упали. Нормально бывает. 8 минут игрового времени остается. Байков. Дальше в угол на Ермакова. Заслон с Толбецким играет. Дальше Байков. Опять заслон. Александров. Дальше. Александров, дальше хороший фейк, пока на правую сторону сделал, в итоге в левую. Толбецкого из угла. О-хо-хо-хо, Столбецкий. Что за траектория у Столбецкого? На самом деле я также бросаю, у меня мяч. Так. Первый мажет Гурьянов. Будет ли второй? Сейчас посмотрим. Надо забивать. Но не попадает. Николаев там борется с Иконниковым на подборе. Сказов Никифор. Так, 2 минуты. Надо потянуть время. Надо потянуть время. Пока очки на их стороне. Столбецкий заслон играет. Денисов тоже забил сегодня достаточное количество очков. Но все-таки
Игра сегодня остается за... Так, и пробежку делает тут же. Колев, надо быстрее разыгрывать атаку. 57 секунд на Владиу до конца четвертой четверти, но тут же перехватывают игроки. Не попадает в штрафной Ермаков, благо там на подборе, сам с собой доигрывает. Ой-ой-ой, Ермаков, что происходит от Ермакова, танцы какие. Тут же перехватывает Колев. О-хо-хо, Колев, что за скидка под кольцо. И там здорово завершает атаку уже Морозов. Ну, поздравляем команду ЦСКА с победой. Спарроу. Столбецкий первый реализует.